Утро выходного дня совсем не повод для сна. Так справедливо решили многие тюменцы, которые собрались в минувшую субботу в парке за Тюменский. Повод был самый, что ни на есть спортивный. Здесь прошли мероприятия в честь Всероссийского олимпийского дня. Это как раз закономерные результаты. Мы очень благодарны нашим жителям, что они для себя выбирают именно спорт и раннее утро используют для того, чтобы в очередной раз оздоровиться. Главным событием праздника стал забег на 5 километров. На дистанцию вышли сотни тюменцев, в их числе и бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Евгений Гораничев. Готовящийся к сезону спортсмен в итоге финишировал первым. У нас идет учебно-тренировочный сбор на «Жемчужной Сибири». И вчера вот была тренировка длительная, сегодня у меня разгрузочный день. Одна тренировка и день отдыха. И вот решил одну тренировку посвятить именно забегу, просто как срез контрольный сделать.